Правительство Тувы одобрило дорожную карту по развитию многоэтажной комплексной застройки, разработанную по поручению главы республики. В соответствии с этим планом мэрии Кызыла и администрации пригородного Кызылского района придется изменить свои генеральные планы. В частности, столичные власти зарезервируют земли в районе дачных обществ «Авелинский Затон» исключительно под строительство многоэтажного жилья со всей полагающейся инфраструктурой, включая инженерные коммуникации, дороги, связь, социальные, торговые и иные объекты. В такой же резерв будет передана часть земли, принадлежащая административному центру Кызылского района, поселку городского типа Кахем, а также три микрорайона в селе Сукпак, расположенном в 20 километрах от Кызыла. В настоящее время начата работа по внесению необходимых поправок в градостроительную документацию. После того, как они будут обсуждены на публичных слушаниях, муниципальные парламенты Хуралы утвердят обновленные генпланы указанных территорий. Срок – апрель 2019 года. Приоритет многоэтажному комплексному строительству продиктован в первую очередь проблемами экологии Кызыла и прилегающих территорий. Из-за того, что значительная часть их занята домами с печным отоплением, зимой столица буквально задыхается от смога и сажи. Многоэтажное жилье позволит сократить количество коттеджного сектора с печным отоплением и мелких котельных, как главных источников загрязнения воздуха.